Сегодня 2 января 2022 года. Выпустил своих типлеров в количестве 8 штук. Сразу они ушли в сторону от дома, так как хищники их дожидают уже возле дома, они ушли в сторону. Вот сейчас летает 6 штук, 2 штук нету. Ну нету, ничего страшного, придут. Если не съели, значит придут. Ну а съели, ну что, надо кормить ястребов тоже, им тоже кушать хочется. Вот сегодня у нас морозчик, градусов 5, наверное, ну сейчас может чуть побольше стало. Вот как-то так. Ушли в сторону Брянска. Вот туда. Делают разворот. Нет, еще кто-то пришел. Нет, 6 штук. 6 штук. Белый передом идет. Белый передом, остальные следом. Разворачиваются.